Ты Вам весь вина кофе есть. выпила? Что Видимо, за очень вина? понравился. Что Прости, за вина? пожалуйста. Все Да я плохо пошутил же, теперь. Фериде. Я Кофе мне этого тебя напоминает о днях, смирять которые не мы с Джунетом могу. проводили вместе. Он Да, тоже пил хотя этот кофе. Вообще в целом хочу любил кофе. смирить. Фериде, Не хватит, пожалуйста, хочешь, уже мне есть вспоминать остальное. прошлое, ладно? Ты Джунет вновь никогда не воссоединишься с уснет. Джунетом. Я Я просто сразу же хочу поняла, ты оправдать меня слишком себя, хочешь. Тунч. Я Люблю. знаю. Но ты Могу заслуживаешь оправдаться, не большего. хочешь. Стыдиться не Эфира. нужно. Как ты Сзади думаешь, Джунет. почему Джунет не Недавно стал он изучать то, что обидел меня. произошло? Почему ни Даже не капельки не ответил мне старался, ничем чтобы ничком узнать сказать правду. правду? Может, Я это была думала, хорошая ты возможность, ничего не чтобы избавиться сказал от мне. меня? Разве может Думаю, такое Эфира. быть? Следователь, Просто Эйлюль ты его любишь меня? ослепила, вот и все. Тунч, а Чем мне я очень больно. отличаюсь? После Разве каждого мне это страдания самому не приходит очевидно? счастье, Фериде. Надеюсь, так и будет. Будет. Ладно. Давай, иди купи Кинули деньги на чего-нибудь для свечи. себя, возьми деньги. Так Я ты же тебя в прошлый раз освобожу. купил. Ты Адский начинаешь сволочь, работать, Эфира. Фериде. И ты Купи можешь меня что-нибудь, всегда связанное ранить. с этим. Я Да и к не тому же слишком это ранен. предлог на самом деле. Китке издолась. Иди погуляй немножко. Получаюсь Шопинг умный позволит тебе брат. немножко прийти в себя, развеяться. Спасибо большое. За Я любого тебе Джуна верну дитя. долг, обещаю. Клянусь, я Ола, каждый тушки, курс я не записываю взаимно. себе в тетрадь. Ладно, пойду Взаимно-взаимно. собираться. Настанет Самому момент, и ты за отличаюсь, каждый Эфира. куруш мне отчитаешься и вернешь, Ферли. Вот я Смотри, скрипу любимый, как носок, тебе? если в чем Любимая, хуже. прекрасно. Что Очень случилось, подойдет а? тебе. Ты Давай мерил? примерим. Где Ну, лузер? давай. Тебе Как очень я подошло? чувствую. Это Да, тебя... но Ой. что? Юбка, Очень кажется, немного расфасонную короткая. тут Мама Зухрай служанка. разозлится. Ну, ты Сами для не меня будешь надевать ощущаешься. тогда? Да Я ну, разве может умру. такое быть? Умру. Может. Ну, давай Очки. снимать тогда. Ты Слушай, когда внимательней будь. Пана. Прости. Джунейд, я не раньше, чем через час освобожусь, имей в виду. Если будет скучно, скажи, ладно? Да не будет. Ты наслаждайся. Ну как? Красиво? Примерь. Ладно, это отложим. Этот цвет тоже попробуй. Подойдет тебе. Подошла? Джунейд? Что же я делать-то буду, а? Красиво, но немножко коротко. Да, ты прав, очень коротко. Ладно, передумал, оставляю. Мне нужно отсюда уйти. Ладно тогда. Я примерю все это. Да.
Никого нет на адресе? Ну и никто не живет? А что-нибудь от Фериды осталось? Чего? Группировка? Фериды тоже была одна из них, что ли? Ладно. Спасибо, Хакан. Да, Фериде. Алло, это Унч. Говори. Джунейд и Элюль здесь. Я в примерочной застрял, не могу выйти. Вы что, в огромной Анкаре не смогли найти еще другой магазин, что ли? Тунч, прошу, помоги. Да ладно, ладно, иду. Извините. Можете посмотреть, может там пусто? Я сейчас приду, секунду. Наверное, никого нет. Там кто-то есть? Заняты. Ладно, уже не надо, там уже есть человек. А когда вы выйдете-то, интересно? Уже 10 минут мы ждем. Подождем еще немного. Слушай, мы 10 минут ждем, она не может выйти никак, а? Тунч, давай, ответь же, ну. Вы меня простите, конечно, но когда вы будете выходить? Как бы с ней ничего не случилось. С вами все нормально? Я сообщу об этом в наказ. Да. Что ты сказал? Пожалуйста, Тунч, ответь. Ладно, я сейчас буду. Будь спокойна, они вышли из магазина. Тунч, ты в последний момент подоспел. А я ничего не сделал. Когда я зашел внутрь, они с паникой выходили. Наверняка что-то случилось.